Но чтобы создать товар, нам потребуется иметь определенные активы. Так какие же активы используются в вашем бизнесе? В первую очередь, это сырье, которое вы закупаете для производства продукции. Вам потребуется оборудование и... Давайте я сотру эту штуку. Оборудование. Наверное, вам нужно установить оборудование в цеха, то есть производственные площади. И теперь нам потребуются технологии. Также нам потребуются квалифицированные кадры и ключевым активом при производстве конкурентоспособной товарной продукции у нас будут технологические решения. Именно современные технологии. И какая-то кривая внизу. Кадры и технологии. Как вы думаете, какой из этих активов имеет наивысшую ценность?